Я сейчас пользуюсь случаем, хочу поблагодарить очень много людей за то, что сегодня все-таки этот вечер состоялся. В первую очередь, это, конечно, музыканты, которые согласились сегодня дать такой великолепный концерт в честь Дня города, в честь памяти многих музыкантов, да и просто повеселить вас, вспомнить, на самом деле, эту сковородку. Это наш директор Зина Геннадьевна Лебедева. Замечательные приобретения. Я прыгал до потолка. Я не буду раскрывать много секретов. Мы купили очень крутую штуку. Да. Это Марина Витальевна Сердцева. Выручила нас частью аппаратуры. Ей большое спасибо. И все родные и близкие, конечно, выдержали все эти наши репетиции, вечернее отсутствие. Им огромное спасибо. Ну и продолжим. Куклы так похож на людей. Я устал и отдыхая, балаган вас приглашаю, где куклы так похож на людей. Орликины и пираты, циркачи и акробаты, и злодейчий вид внушает страх. Все они марионетки в ловких и натруженных руках. Волки, заяц, тигры в клетке. Все они марионетки в ловких и натруженных руках. Порой обидно, что хозяина не видно. Вверх в темноту уходит нить. А куклы так ему послушны, и мы верим простодушно в то, что кукла может говорить. А куклы так ему послушны, и мы верим простодушно в то, что кукла может говорить. Но вот хозяин гасит свечи, кончен бал и кончен вечер, и играет месяц в облаках. Кукол снимут с нитки длинной, и засыпав над долином, видит тряпок сложен в сундуках. Снимут с нитки длинной, и засыпав над долином, видит тряпок сложен в сундуках.